День города запомнился горожанам афишей с большим количеством мероприятий и не менее впечатляющим списком именитых артистов, которые приехали в Брест, чтобы порадовать гостей и жителей областного центра в такую красивую дату. Когда летний зной постепенно перешел в нежную летнюю прохладу, на главной городской площади стали собираться те, кто знает, как звучит настоящая музыка. Музыка души. Это очень интересная идея, это хороший проект. Нам нравится музыка классическая, мы ходим на спектакли, на концерты и пришли сюда. Конечно, это очень хорошее мероприятие. Спасибо за организацию. Интересно тем, что мы все любим музыку, любим симфонии, любим концерты такие. Ну, что еще сказать? С большим интересом пришли сюда и ждем что-то нового, интересного для нас. Тоже хотим с городом порадоваться, отпраздновать, все отметить. Ну, думаем, что очень будет интересно, мы надеемся на это. Да, очень. А тебе чем было бы интересно? Что ты хочешь услышать сегодня? Ну, я играю на скрипке, поэтому я бы хотела услышать, как остальные играют. Торжественное начало новому проекту с по-настоящему музыкальным названием «Вечерняя симфония-2018» положил идейный вдохновитель инициативы, председатель горисполкома Александр Рогачук, который призвал публику открыть свои сердца музыке и погрузиться в мир звуков и гармонии. Меня не покидала мысль, что с учетом наших амбиций, с учетом нашей динамики развития, мы должны искать новые форматы итогового городского концерта. И почему-то, наверное, мы сейчас близки к тому, к чему надо стремиться. Дорогие брестчане, вы замечательные. Лучше Бреста нету места. Мы всегда будем делать все, чтобы наш город был лучшим городом в мире. Спасибо. С праздником! Вальс цветов Чайковского, Кармен Жоржа Бизе, Полонез Огинского в исполнении мэтров, артистов Государственного симфонического оркестра под руководством Юрия Караваева каждое произведение звучало особенно эмоционально и трепетно. Концерт популярной классической музыки вобрал в себя все самые любимые публикой композиции. Многие из них приобрели свой шарм и любовь благодаря знаменитым кинолентам «17 мгновений весны», «Мой ласковый нежный зверь». Со сцены звучали даже знаменитые «Битлз». Особым элементом этой гармонии была сама магия ночи, когда кажется, что чудеса рядом. Брест шагает в ногу со временем, Брест не в стороне. И я думаю, что сегодня положено начало вот такому проекту интересному, и он будет иметь право на жизнь. Я очень надеюсь, что он будет долгим, и зрители поддержат его, зрители и горожане. Первый ночной концерт запомнился брестской публике зажигательными артистами, творчеством, которое парило в воздухе, и, конечно же, особой ночной атмосферой, которая позволила публике сплотиться духовно. Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».